Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. На улице зарядил дождь, уже идет несколько дней, на рыбалку не вырваться. И решил снять такое небольшое видео, показать свои новинки, которые недавно прикупил. Что-то покупал на сайте AliExpress, что-то покупал в местных магазинах. Ну, и хочу с вами поделиться. Ну, в принципе, показать, какие необходимые вещи нужны начинающему спиннингисту. Ну, начну с плетенки. Мой выбор остановился на плетенке Пацифан. Уже отловил несколько сезонов на нее и остался очень доволен данной плетенкой. Заказал 0,12 мм, заказал 0,14 мм. Кто не видел, у меня на канале есть и краш-тесты данной плетенкой. Попользовался и каскингом, попробовал и дайву. Дайвой тоже, кстати, китайской остался доволен. Но Пацифан за те же деньги по качеству ничуть не хуже дайвы, которую заказывал также с AliExpress. И как-то мне все-таки вот по износостойкости он понравился больше, даже чем дайва. И остановился я на желтом цвете. Пробовал синий, пробовал зеленый. В принципе, все они линяют, эти китайские плетенки. Становятся как бы такие выцвевшие. Но на желтом цвете это не так заметно, как на всех остальных. И желтую плетенку очень хорошо видно, когда вы тянете особенно рыбу, волна на озере, на реке, вы можете контролировать хорошо желтый цвет и хорошо контролировать, куда идет рыба, смотреть, идет ли она в кувшинке, в траву. Вот, на мой взгляд, желтый, он самый такой оптимальный цвет. Даже когда темнеет и вы включаете налобный фонарик, сразу же видно желтую плетенку и на фидерах. Кому интересно, можете на канале посмотреть. Будут ссылки в описании под видео, где у меня краш-тест по плетенкам. Заказал себе лигрип. Также нужная вещь для начинающего спиннингиста. Я начал как бы ловить на спиннинг совсем недавно. И вот начал понимать, что такой штуки мне не хватает, особенно если ловить с лодки. Не всегда в подсак удобно взять рыбу, не всегда мы берем с собой подсак, особенно если ходим в забродниках, в забродных сапогах. Просто подсак за собой таскать невозможно и нереально. А эту штуку можно повесить на сумку, положить в карман и вываживать щуку, хватать ее за челюсть. Короче, эта штука облегчит вам жизнь на рыбалке. Хотел сделать вот такое вот приспособление сам. Это многие знают, что это отцеп на рыбалке, особенно с воблерами. А если воблеры дорогие, хорошие, уловистые, просто бывает очень жалко оставлять на дне водоемов. Ну и поэтому я думал сначала сделать сам, начал делать отцеп. Потом зашел в магазин, буквально за небольшую демократичную цену увидел вот такой вот отцеп. Скорее всего, тоже делают китайцы. Fish Gold написано. 300 грамм вес данного отцепа. Вот такие вот тросики, очень крепкие. Цена, если в долларах, то около $5. Я сразу его взял, не задумываясь, так как вещь очень нужная и тоже необходимая на рыбалке. На старую вот такую вот бобину намотал шнур. Сюда вот влезло 50 метров такого вот бельевого шнура. Так что, друзья, рекомендую. Но кто более опытный, может, напишите. Может, этот шнурок и тонковат, не знаю. Но, на мой взгляд,
очень крепкий. Также взял две вот таких вот блесны. Данная блесна фирма «Русская рыбалка». Эта блесна, как бы написано на ней MEPS, упакована в России, Made in France. Ну, не знаю, друзья, не верится мне, что это Франция. Скорее всего, это может быть Китай. Так как из нескольких только блесен вот в данной упаковке, только одна блесна не липла к магниту. Вот это вот мне понравилось, и я ее поэтому взял. Раньше очень часто, лет 10 назад, ловил на оригиналы, когда я еще ловил на блесны. И мне вот именно MEPS Циклоп очень нравилось. И что хочу сказать. Компания «Русская рыбалка» делает точно такой же циклоп. Даже если вот его сравнить, посмотреть все грани. То видно, что это тот же самый циклоп, сделан с латуни. Также к магниту ничего не липнет. Крючки здесь Овнер. Буду сравнивать, буду пробовать. Но раньше циклопчик была очень уловистая колебалка. Что я думаю, в моих видео по рыбалке вы увидите эти блесны. И если что-то я на них словлю, я вам расскажу. И вот что хотел спросить по поводу, что вы думаете по поводу вот этих вот мэпсов, которые упакованы в России. Может, кто-то что-то знает и сможет просветить. Но блесны «Русской рыбалки» мне очень понравились. Реально сделаны очень качественно, сделаны очень красиво и хорошо. Буду пополнять свой ассортимент данными блеснами и также ловить на блесны. Ну и что еще надо для начинающего спиннингиста? Заказал на сайте AliExpress вот такую вот вещь. Когда у вас не клюет хищник, а у соседей клюет на фидер, то можно всегда одеть вот такую вот штучку с кормушками, убийца карася, взять у кого-нибудь прикормки, мастырки, червяков, поролона, пенопласта и закинуть рядом с фидеристами и ждать подхода белой рыбы. Вот, друзья, такие вот закупочки, покупочки на рыболовную тему. На этом, друзья, буду прощаться. Если вас что-то заинтересовало, что я купил на сайте AliExpress, ссылочки оставлю в описании под видео. Заходите, заказывайте, не стесняйтесь. Вот эту вещь заказал на AliExpress, плетенку заказал или гриб. Так что на этом заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Оставайтесь на канале, и если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь и поставьте, пожалуйста, лайк. Можно дизлайк. В принципе, и то очень хорошо. До новых встреч, друзья!